чувствуешь, что ты прикасаешься к чему-то доброму, светлому и настоящему. И через это сам становишься чище, лучше и добрее. И это чувствуем мы, и это чувствуют люди, для которых мы стараемся. Даже когда ты просто видишь караван со стороны, чувствуешь себя немножко счастливее, немного веселее. Так говорю, потому что сам видел караван со стороны и ощущал именно это. Почему мы это делаем? Наверное, потому что сколько сил и труда не вложил бы каждый сотрудник в это общее непростое дело, отдачу, которую мы получаем, она в 100 раз больше. Рождественский караван мы с нетерпением ждем каждый год. Это одно из главных событий в социальной жизни компании. Поехать нужно обязательно, потому что прочувствовать то эмоциональное состояние, когда они бегут к тебе с этими открытыми вот, абсолютно эмоциями, и им настолько не хватает внимания, когда мы уже там уезжаем, чуть ли не слезы катятся, когда мы там машем рукой им прощально. В том году в караване ко мне подошел ребенок, я была Сантой, я его поздравила с Новым годом, поцеловала. Он подходит к другому ребенку и просто там со слезами на глазах говорит ему о том, что меня Санта поздравил с Новым годом. Для меня это было, у меня слезы на глазах были. Это детское окружение, оно же совершенно отличное от взрослого. Он будет помнить эти моменты и очень долго, если не всю свою жизнь. Ребенок живет мечтой и верой в ее исполнение. Так же, как взрослый живет целью и верой в ее воплощение. Если не будет мечты, то откуда взяться цели? К рождественскому каравану мы готовимся с особой тщательностью. Ведь каждая деталь важна. Сбор подарков, мытье машины. В этом участвует каждый сотрудник. Я не представляю, как ведут себя дети, какие у них глаза при этом. Это совершенно новый опыт для меня. Очень интересно понять, что я буду испытывать при этом. Я бы не хотела давать им сочувствие. Это не то, что им нужно. Им нужен праздник. Им нужен праздник, им нужны подарки. Им нужно внимание, им нужна радость, им нужен тот кусочек счастья, который они получают. Я тоже жду праздника. Я тоже хочу, чтобы это событие приняло праздничный характер, чтобы оно было веселым. Я бы сказал, это радостное волнение. Перед каждой встречей не знаешь, как все пройдет, но когда заезжаешь во двор, видишь, как они радуются, бегут, глаза горят. Я думаю, оно того стоит. Grind your claws, you howl, you growl, and are afraid of Apollo. You run, you free, you climb and dress trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright. You say no more, use your eyes, the world goes and flutters by. Use your eyes. Heart rate, we all grow old. Use your life.
результаты показывают, что мы можем больше. В конце концов, самое ценное для этих детей – это внимание и общение. Пусть добро будет без границ. Раз дело хорошее, надо делать его чаще. Мы как раз над этим и работаем.